Пенсионный фонд информирует. 30 сентября – последний день приема заявлений от федеральных льготников о выборе варианта получения набора социальных услуг на 2022 год. Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбирать варианты этих услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбор формы получения набора социальных услуг можно сделать до 1 октября текущего года. Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока получатель не изменит свой выбор. С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1211 рублей 66 копеек в месяц. Гражданам, которые уже сделали свой выбор и не собираются менять своего решения, обращаться с заявлением не нужно. Заявление необходимо подавать в случае, если льготник хочет изменить содержание ранее поданного им заявления или если льготник впервые приобрел право на набор социальных услуг в текущем году. Заявление можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в МФЦ.